Я вот сейчас уже вижу, что каким-то образом ситуация изменилась, а это уже другой возраст, она уже такая зрелая женщина. Ну, сколько бы ты ей дала? Уже за 40? Еще больше? Зрелая женщина. Да, где-то, ну вот где-то в районе 40 лет. Угу. И как она живет? Что поменялось? У нее школа. Угу. Школа какая? Она организовала школу для молодых женщин. Угу. И вот эта школа, она, ну, в каком-то смысле отличается от таких вот тенденций. Угу. А чему она там учит? Можешь найти такой момент, когда она передает какие-то знания или тренирует женщин? И попробуй состояние считать. Что же она такое передает? Ну, это школа искусств. Uh-huh. А, там занимаются, ну, вот всеми искусствами. То есть там рисуют, лепят, uh-huh. Пишут. Uh-huh. Вот такое вот немножечко прикладное. То есть там есть даже какие-то классы танцевальные, угу. Музыкальные. Но да, музыкальные, и это идет как для гармоничного развития женщины в целом, угу. Потому что, значит, есть тенденция, что женщина не является человеком вот таким, угу, полноправным. Угу. А женщина существует для того, чтобы продолжать род, чтобы заниматься хозяйством, и ей незачем быть какой-то важной, особой. Ну, то есть, да, привлекать к себе внимание. Да. И вот в этой школе там все-таки больше свобода мысли какого-то. То есть женщинам дается опора, угу, на самовыражение через вот искусство, через какие-то такие техники. Угу. А посмотри, пожалуйста, кто туда приходит, в эту школу? Примерно возраст, может быть, какое-то социальное положение женщин или девушек, которых она учит. В основном кто? В основном это все-таки люди обеспеченные. Угу. А возраст? Примерно. А там начинают учиться девочки примерно лет с 10, с 12. Угу. Да. А там есть, до этого есть у них домашнее обучение. Есть какие-то беседы о том, как вести себя в обществе. Uh-huh. А там есть какие-то занятия по тому, как, ну, практически манипулировать мужчиной. А кто преподает? Есть учителя, uh-huh, тоже. Ну, кстати, там учителя не только женщины, там мужчины есть. Там, например, танцам есть мужчины-учителя, и есть для рисунка мужчина-учитель. Но вот такие вот занятия, как, ну, какие-то как мировоззренческие, ведет она сама. Угу. И она стала старше, ты говоришь? Да. Да. А можно узнать про ее статус? Как она сама устроена в жизни? Есть ли у нее семья, мужчина? Да. Да. Вот интересно, что у нее есть. А это тот самый
А кого бы просил отец? Или кто-то другой? У меня почему-то такое ощущение, что это он и есть. Да, но что-то как-то изменилось, что она сейчас вообще не чувствует себя, в каком-то зависимом положении. Что-то произошло, я не знаю, что произошло. Угу. В целом. Почему-то вот такое впечатление, как будто она все-таки вот вышла за него замуж, и что страха там было гораздо больше, нежели чем на самом деле.